Всем привет! Сегодня мы находимся в Московском центральном зоопарке. Всех своих подписчиков я рад видеть. И показывать трансляцию. Вернее, видео, а не трансляцию из Московского зоопарка. А всем новым, кто смотрит мой канал, прошу подписаться на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки или дизлайки, комментируйте, задавайте вопросы, всем отвечу. Сейчас переключу камеру, покажу вам, как все здесь выглядит. Итак, это центральный вход уже изнутри, когда вы придете сюда. Вот такой вот пруд большой. Плавают различная живность, плавает утки. Кто тут еще? У птиц очень много различных птичек плавает. Ну а мы пойдем дальше. Напоминаю всем, кто смотрит меня, о том, что как только наберется 1100 подписчиков на моем канале, я сразу же проведу розыгрыш $100. Так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик оповещения, чтобы как только видео выходило, у вас сразу проходило оповещение, вы могли посмотреть его. Вот такой вот тут фонтанчик для детишек. Дети радуются, плескаются. Здесь различные киоски. Подойдем поближе к пруду. Пойдем еще дальше посмотрим. Идем дальше. Уточки крякнут. А, там фламинго даже. Фламинго крякнут. А здесь вот такая детская зона. С батутами, горками. И вон розовые фламинго. Огромное количество розовых фламинго. Смотрите, как я недовольна. О чем-то о своем болтают. Семейная болтовня. Да сюда подошли все. Вот здесь у нас гуси. Ну какие красавцы. О, папа, смотри, какие гуси. Фонтанчики кругом. На улице жара. Очень хорошо, что я сделали. Итак, мы подходим к вольеру жирафа. Вот этот вот двухэтажный особняк. Это его дом. Даже видно вывеску. Чей именно этот дом? Вот она. Жираф. Вот он, красавец. На ту сторону ушел. Пройдем туда, на ту сторону, к нему. Пойдем вот дальше. Сейчас я вот смотри на маму. Пошел домой. Поверь, не залази. Пойдем. Пойдем дальше смотреть. А он один здесь?
А вот кондор ест мясо. А это кто? Это кондор. Козочки, овечки. Такой небольшой скотный дворик. Продолжаем поход, прогулку по зоопарку. Там лежит какое-то парнокопытное с рогами. Кто это? Белохвостый гну. Вот он, белохвостый гну. И с ним рядом павлины, что ли, ходят, да? Вообще не похожи, не знаю. Какие-то птицы. Ну да, не павлины. Или цесарки, может, какие-нибудь. Мама. А там кто у нас? Питьевая вода. Вот, видишь? Это видишь, Микс? Леопарда. Смотрел, пошли дальше. Не леопарду видели или просто? Давай еще посмотрим. Мы подошли к закону с яками. Вот так вот они выглядят. Лежат, отдыхают. Зачем тебе занять? Видно же там. Ну что, пойдем? Енот полоскун спрятался. А, нет, вон. Вон в твое. Да. Вот они. Овцы беги. Хорошо. На улице гулять. Ну а мы подходим к птичьим вольерам. Да, но птичьи вольеры особой популярностью не пользуются. Фазан королевский. Королевский фазан. Продолжаем осматривать птичьи вольеры. Это у нас шилоклювка. Индийский журавль и черноголовый хохотун. Вот такие птички. Эти хохотуны, это журавли. А это журавли. Он у него еще открыто. А посланы есть еще? Они рядом, да, на все птичьи вольеры. Ну, в дом птиц не пойдем. Ну, в дом птиц не пойдем, да. Вот он прямо по курсу, но мы в него не хотим заходить. Что у нас здесь? Здесь также птицы. Игры там,
Семья слонов. Папа, мама и сын. Папа куда-то пошел. А может быть, это две мамы. А самца вообще нет. Конечно же, не две мамы, а две самки. Правильно сказать. Две самки и слоненок. Вполне может быть и так. О, вода еще. Маленький побежал, видишь? Кстати, на машине. Ну, а вот у нас журавль. Я сказал, мы взяли, не дай бог, что Чилень. Она не понимает, что за им сейчас лучше всех жара и вода. Отличная композиция. Братцы. А, вон у нас. Видишь? Угу, очень много. Да вы не писали, Лома. Снова этот пруд с уточками. Честно говоря, мы пришли в зоопарк в самое лучшее время. Многих животных вообще не видно. То ли из-за жары, то ли из-за чего, по какой причине. Горилл нет. Носорогов нет. Ты не будешь почистить зоопарк. Не знаю. Ну все, идем на выход. Так, выход-то где здесь? Там. Здесь только вход. На этом заканчиваю съемку нашей прогулки по московскому зоопарку. Всем пока. До новых встреч в других роликах. Не забывайте подписываться на мой канал. Жмакайте на колокольчик оповещения о выходе моих роликов. И помните, что скоро я разыграю для всех $100. Всем пока. До свидания.
Thank you.